У автовокзала столкнулись автобус 107-го маршрута и «Эстима», за рулем которой был 43-летний подданный КНР. Он выезжал с парковки гостиницы и планировал дальше двигаться по Воронежской. Водитель Джон Тона только свернул оттуда и направлялся на остановку. Шоферы столкнувшихся лоб в лоб машин отказались признавать вину. 28-летний уроженец Киргизии был уверен, что водитель легковой машины должен был уступить ему путь. Ровно того же отсидевшего за рулем автобуса ждал приезжий из Китая. Автоинспекторы признали его стороной пострадавшей. Такой же автобус фирмы «5 звезд» попал в аварию близ остановки «Кафедральный собор». Шофер 56-го двигался по Ленинградской со стороны «Энергомаша» и собирался свернуть налево, на Кимьючена. Разбил водительское стекло и зеркало заднего вида на Джон Тоне встречный водитель. 48-летний шофер самосвала не рассчитал боковой интервал и задел стоящий автобус. Никто не пострадал, виновник ДТП предпочел не оформлять его, а расплатился на месте. Это стоило ему 16 тысяч рублей. У Тополева водитель «Приуса» протаранил машину автолюбительницы, которая неожиданно для него притормозила прямо перед ним. И хэтчбэк, и кроссовер ехали по крайней левой полосе, жук был впереди. Его хозяйка, по словам мужчины, без видимых причин резко затормозила. Похоже, женщина собиралась свернуть налево к магазинам. Ее оппонент уверял, что указатель поворота включен не был. По мнению шофера «Приуса», это было опасным вождением. Инспекторы смотрели на дело иначе. Виновником назвали мужчину как не соблюдавшего безопасную дистанцию. У Платинум Арены на пешеходном переходе под колеса иномарки попали две девочки. Подруги, одноклассницы 11 и 10 лет, после занятий в школе решили пойти в гости к одной из них. Дорогу дети переходили справа налево по ходу движения машины. 47-летняя хабаровчанка, управлявшая пассу, двигалась в сторону прудов и детей почему-то заметила в последний момент. Сбитые с ног подружки отделались ушибами. Скорость машины была небольшой. Автолюбительница принесла извинения родителям девочек. Она была совершенно трезва. А в гаражном переулке водитель плаца не сумел вписать машину в крутой поворот и сбежал с места ДТП. Машина врезалась в столб и лишилась хода, оказавшись на газоне. Спросить о том, как произошла авария, было попросту не у кого. Возможно, шоферу кто-то помешал при выполнении маневра. Не исключено, что автомобилист утратил контроль над плацем из-за выпавшего снега. Если сидевший за рулем и был пьян, это уже не доказать. Иномарка оказалась на арестплощадке.